межнациональные конфликты будут и дальше ухудшаться. Проблем будет все больше и больше. Если мы не ограничим иммиграцию въезда в Россию тех людей, которые когда-то отказались от СССР и стали самостоятельными странами, в результате они все приехали сюда, потому что у них там проблем еще больше. Но со своими правилами, со своими уставами, что не должно быть. Если они не будут следовать законам этого государства, у нас ничего хорошего не будет. И, конечно, нужна воспитательная работа как среди российского населения, так и среди тех, кто въезжает сюда. И не то, что он работает хорошо или плохо, а то, что он должен знать законы и соблюдать их. Если он это будет делать, у нас не будет конфликтов, потому что преступность, люди лишаются работы, никто назад не уезжает, и возникает на этой почве огромное количество преступных группировок, которые бесчинствуют, и происходит из-за этого еще больше конфликта. Чтобы это прекратить, нужно ограничить ввоз, въезд иммигрантов и тех, кто уже приехал сюда, чтобы они прошли тест на возможность быть здесь или не быть здесь. Это очень важная часть, и она, пожалуй, одна из самых главных в нашей стране сегодня. Мы уже имеем опыт Франции и других стран Европы, которые получили огромный минус, разрешая ввоз, въезд иммигрантов. Вот, чтобы этого не было, нужно все как бы пересмотреть и сделать совершенно все по-новому.